Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Начинаю новую стройку и делать буду самоходную установку Второй мировой войны «Фердинанд», немецкий истребитель танков. Довольно интересная модель, как бы новинка 2017 года, выпущена была в декабре фирмой «Звезда». Ну и посмотрим, как она собирается, как модель в сборке. Буду показывать и рассказывать о всех достатках и недостатках данной модели. Начнем сборку с подготовки деталей. Посмотрим, может, буду собирать не так, как нам показывает инструкция поэтапно. Может, где-то буду что-то смотреть и делать, как мне удобней. Для начала подготовим детали, посрезаем их с литников, позачищаем и начну склеивать и подгонять. Что-то, конечно же, на видео не попадет, но по мере поступления, по мере того, как буду все делать, я буду, конечно же, вам показывать. Посмотрел пластик, пощупал руками, довольно неплохо сделана модель, неплохо отлиты литники, детали на литниках, без каких-либо искажений. Видите, срезаю я не под самый срез детали, немножко с запасом, потому что все же больше мне нравится потом обрабатывать и подгонять срезы ножом. Получается все же получше. И потом только подгоняю наждачкой. Можно и сразу срезать ножом с литников. Но мне больше нравится все-таки использовать для этого кусачки. Чтобы не потеряться потом в деталях, я люблю сначала посрезать их, позачищать, а потом склеивать. Я с обратной стороны детали помечаю номера. Это деталь под номером 11. И постепенно срезаю детали, зачищаю, подгоняю на сухую. И после этого приступаю к склейке. Деталей в наборе не так-то и много. Я думаю, модель соберется довольно быстро. Мои друзья, кто уже собирает данную модель, сказали, что в сборке модель очень хороша. Местами надо быть внимательным. Кое-где приходится стягивать корпус. Я так понимаю, чтобы не было никаких щелей. Вот, друзья, сейчас подготовлю детали и начну их клеить. Вот, коллеги, собираю на сухую пока что. Зачистил, подготовил детали. Ну и вырисовываются вот такие вот щели. Поэтому придется все аккуратно подгонять. Все аккуратно сжимать, чтобы их не было. Конечно, это не критично, но довольно заметные щели, и придется с ними бороться. Аккуратно начну приклеивать. Ну, может быть, обойдемся и без шпаклевки. Склею, соберу все за кадром и покажу вам
что получилось. Ну вот, друзья, собрал за кадром. Сначала меня, конечно, эта щель напугала. Как бы в самом начале сборки такая неприятная щель. Я уже боялся, что стыковка будет ужасной. Подточил две этих заушины немного наждачкой. Все стало идеально. Ну и впоследствии, что хочу сказать, отлично все собирается. Все становится на свои места. Довольно неплохо, без всяких проблем. Как видите, шпаклевку я еще нигде не использовал. Собрал кормовую деталь. Конечно, что мне не понравилось, что не нравится, это замыленный сварной шов. Очень он замылен, и его не сильно видно. Вот это, наверное, один из таких минусов, что мне в данном наборе не понравилось. А в остальном очень приятная в сборке модель. Ну и немного неудобно ставились вот эти детали, чтобы поставить кормовую деталь эту на место. Собирались еще вот эти боковинки. Конечно, можно было сделать сразу с корпусом. Не знаю, почему их не сделали. По инструкции все собирается хорошо. Перепутанных деталей не обнаружил. И сразу хочу предупредить, когда будете собирать вот эти вот тележки, здесь есть как бы углубление под шпенек, здесь шпенек. Но я вам советую собрать сразу катки, все сразу подготовить, а уже после этого вклеивать данные детали в корпус. Потому что смотрите, какой люфт, и если немножко где-то вы перекосите, то колеса, катки не станут все ровно на все свои точки. Я эти отцентровал, это приклею и все совмещу. Но можно проморгать этот момент, и потом придется ломать, равнять, что уже не хотелось бы делать впоследствии. Очень просто собирается казённик орудия. Буквально раз, два, три, четыре, пять. 5 деталей, ну и уже станина, куда он крепится. В принципе, тут особо ничего и не надо. Главное, чтобы оно действовало как балансир. Также понравилось, как собирается башня. Или даже не башня, а более правильно сказать, рубка боевая. Сейчас соберем и заодно сразу склею. Хорошая, отличная стыковка. В модели деталей немного. Все собирается довольно просто и хорошо. Все становится на свои места. Не знаю, почему бронеплита передняя была с такой щелью, что пришлось подтачивать. Но остальное все отлично.
видите, рубка собралась без проблем. Даже на сухую держится без клея. Аккуратно промажу клеем и буду ставить ее на САУ. В работе использую клей Tamiya. Хороший клей, отлично склеивает все детали. Если не пробовали, то рекомендую. Хотя уже мало, наверное, таких моделистов, которые не пользовались продукцией фирмы Tamiya. Все, что вам нужно для моделизма, вы можете без проблем приобрести в магазине «Я моделист». Отличный магазин с большим ассортиментом товара, с быстрой довольно доставкой. Причем способы доставки могут быть разные. Все зависит от вашего желания. Сейчас склею, дам немножко просохнуть детали и приклеим маску пушки. Собрал рубку, все отлично собралось. Ну, теперь приклею тележки и поставлю на самоходку на место рубку. Главное посмотреть и сравнять их по плоскости. Теперь дадим немного просохнуть. Пока приклеим, поставим рубку. Поставил на место рубку. Как видите, Фердинанд стал похож на Фердинанд. Ну, теперь вклею звездочки. На этом эту часть можно заканчивать. Потом останется поработать по мелочам.
соберу ствол, ствол одной деталью. Ну, всю мелочь соберу за кадром и уже потом покажу, что получилось перед покраской. Траки в наборе полунаборные. Интересно, в этом наборе сделаны звездочки. Но собираются без проблем. Все, друзья. Кому интересно увидеть продолжение, и вы не подписались на канал, подписывайтесь. Скоро продолжение следующей серии выйдут. Надеюсь, затягивать сборку не буду. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами.